я хочу перейти к следующему поэту. Зовут его Григорий Гольдман. Гриша Гольдман живет и работает в городе Ставрополь. Он главный режиссер Ставропольского кукольного театра. Вот, ну и сочиняет в свободное от своих постановок время, сочиняет стихи. Вот последние, в прошлом году, в 2017-м, издал свой поэтический сборник под названием «Точка пересечения двух параллелей». Ну, вот я спою несколько стихотворений его, и вы поймете, почему, где же поэт искал эту точку пересечения тех самых параллельных прямых, которые пересекаются где-то там в бесконечности. Григорий Гольдман, первая песня под названием «Прощальная». Я хочу, чтоб меня любили, я хочу, чтоб по мне скучали, чтоб, прощаясь со мной на перроне, мне б шептали «Вернись скорей». Я хочу, чтобы мне звонили и на письма мои отвечали, и чтоб теплые ваши ладони я б запомнил в руке своей. Я хочу, чтобы ранним утром просыпаться мне было не страшно, чтобы солнце меня будило, чуть коснувшись лучами глаз, и чтобы я, полежав минутку, вспомнил с радостью день вчерашний. И я хочу, чтобы все это было каждый день, как в последний раз. Я хочу, чтоб стихи слагались и всегда находилось слово, чтоб игралось, пока играю, и чтоб я не ходил к врачу, чтоб друг дружке мы улыбались, чтобы дочка была здорова. Вот как малого я желаю, вот как многого я хочу. А еще я хочу вернуться, и чтоб было все как в начале, чтобы вы меня не забыли и пришли на вокзал встречать. И я увижу, что вы мне рады, и зачем-то по мне скучали, и за что-то меня любили. А за что не могу понять, ну почему не могу понять, ну так за что уж не могу понять.